Так, ребят, всем привет. Вчера закончили ворота, все сделали. А сегодня у меня последствия, смотрите, какое. Сгорело лицо. Потому что я одел нашего механика очки. Он себе недавно купил сварочные. Я их одел, варил в них. Вроде немного варил, но лицо сгорело, что даже мимикой не могу лица шевелить нормально. Тянет. Вроде с утра помазал мазью. Но все же тяжело. Короче, что хочу вам еще сказать. Мне на днях Интеркар сдал билет вот такой. На барбекю и на концерт. Короче, это они приглашают своих хороших клиентов к себе на праздники вот так вот. Ну и в итоге я сегодня не успеваю, потому что я думал, что это завтра будет. А сегодня еще рабочий день и реально не успеваю. Короче, сейчас буду звонить близкому товарищу, предлагать ему такой билет. И я думаю, если он пойдет, там будет классно, чтобы записал сторис. Серега, ты, короче, потерял очень многое. Короче, посмотрим, сейчас буду билеты отдавать. Думаю, что первый звонок мой сразу будет удачный, он их заберет. Так, в итоге, я билеты на барбекю и на концерт обменял на вот такой вот пакет гостинцев. Видите, тут сладости, там шоколадки, конфеты, редбуллы, бёрны, монстры. Короче, вот так вот в итоге мы обменялись всеми делами. И, кстати, тут еще есть такой вот движ. Вот есть такой движ. Кто помнит такие жвачки, называется Турбо. Турбо, смотрите. Как на нее заезжать? Видите, какая ситуация. Сейчас будем открывать и смотреть, у кого какие машины попались. Короче, тут такая выставка, видишь, тут всякие штуки, твои приблуды, я не шарю в этом всем. Вот масло, я знаю, что такое масло. Вот резина там. Это руки мыть, какая-то хрень, видишь? Такое, буду дальше идти, будет что-то интересное, буду снимать. Так, вот этот мальчик еще вот ночью помогал ворота варить, а вот сегодня он уже вон жарит мясо. Хотел бы сказать, что варит мясо, но нет, он жарит его. Мы вот как бы отремонтировали ему автомобиль, он благодарный как бы клиент, говорит, я приеду, пожарю мясо. Ну вот сейчас вот еще будем мяско кушать. На барбекю как бы с Интеркарсом я не попал, но на мясо точно как бы мне достанется. И Леха вон заодно тоже мясо поест. Да, Леха? Идем в машинку. Что за машина сейчас приедет? Audi A4 17 года. Ух ты, что, какой ты ковбой. Даня, а ты что скажешь? American boy. Я скажу что-то. От чего? Что я не хочу проедет. Чего? Чего? Я один здесь, блядь. И что? Ну мы же белорусов крепим вот так. Видите, побой. Все. Крепим, чтобы вот это вот они... Сейчас, блядь, я усатому нахуй позвоню. Давай. Короче, они тут что-то готовят, видишь? Какой-то известный их повар. Все, это гаспачо, да? Атоматный сок. Паста. Ну так, вкусно. Модный какой-то тип, а? Что-то чешет. Короче, смотри, томатная паста с сосисками. И все. Ну он дальше, походу, там будет готовить. Ну, короче, все, супчик такой томатный. Может быть. Ну, короче, тут движня. Там алкоголь наливают. Вот, там все едят мясо, тут все в дыму. Вот, огромный фудкорт. Прикольно, очень Интеркар сделали. Вон, видишь, там все люди сейчас едят, и кровянка у них. Он хлеб даже понес. Вот, польские дети тоже. Короче, нормально. Спасибо. Тут, короче, огромная детская зона. Вообще на любой вкус, цвет. Там бесплатное мороженое. Там вот сосиска. Люди. Лейка на попрыгушки такие, там то тут разрисовывают, короче. В общем, прикольно организовали Интеркарса.